Весь цвет бильярдного спорта сейчас в Сочи. Здесь проходит чемпионат России по комбинированной пирамиде, личное первенство у мужчин и женщин. 144 участника. Все они попали на российские соревнования после отбора в своих регионах. Судьи отмечают, бильярдный спорт России молодеет. Интерес к нему большой, и даже участвовать в соревнованиях можно с 14 лет. Традиции. У нас сильные игроки, которые заложили еще раньше традиции, за ними молодежь подтягивается, не хочет уступать. Считается, что самые сильные игроки из южных регионов страны. Ставку делают на Никиту Левада и Владислава Осьмина из Ростова. Но и представители других регионов не собираются уступать. Я очень надеюсь показать высокий результат, естественно, попасть минимум в тройку призеров. Чемпионат России ни год не играл, потерял форму. Сейчас больше стараюсь восстановиться. Сейчас нужно опять же показать себя на чемпионате России, попасть в тройку, вспомнить эти ощущения, когда ты заходишь на пьедестал, попасть на чемпионат мира. Игра требует отличного зрения, меткости, силы, выносливости, тренированных мышц и, наконец, хладнокровия. Всему этому спортсмены обучены. Осталось добиться нужного результата и выйти в лидеры. По итогам чемпионата России, который завершится 10 февраля, будет сформирована сборная команда страны. Она отправится в конце февраля в Ханты-Мансийск на чемпионат мира по комбинированной пирамиде. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.